Ребята, это факты обо мне. Ну да, факты обо мне. В общем, начали! Итак, первый факт. То, что у меня есть седые волосы. Да, хоть и не старый, но у меня есть седые волосы. Да, вот они. Можете посмотреть. Они у меня на животе, на лапках, на голове и на хвостике. Да, вот такие вот делишки. Итак, переходим к второму факту. Бум! Вау, во втором факте сразу два факта. Первый, то, что у меня 27 августа, день рождения. И второй факт, то, что у меня скоро будет 2 года. Мне скоро будет 2 года. Да. Он, конечно, перед 1 сентября. Я ненавижу этот день, 1 сентября. Потому что мне в этом году надо будет идти в школу. Я уже... Знаю, как-то плохо. Мне уже водить. Да. Да, в общем, вот такие дела. Так, переходим к третьему факту. Кстати, я не знаю, какой породы я сам. Не знаю, какой породы. Слишком близкий план отдалить. Спасибо. В общем, а Джесси у меня британка. Да. Сейчас я ее вам покажу. Отличные переходы. И, в общем, вот это Джесси. Да, ребят, вот я тут такая вот. Да. Да. И факт я вам... Факт. Факт! Факт! Четвертый факт. То, что Лёве очень нравятся мои духи. Он очень постоянно их нюхает. Да. Не знаю, что ему так они нравятся. Простите, что Герка лает. Следующий факт будет проводить она. И пятый факт. Лёве, то, что он любит очень играть со мной, да. Потому что он очень игривый, да. И иногда, бывает, он делает колесо. Нет, не вот такое, какое со мной сейчас рядом лежит. А именно колесо-колесо. Гера, иди сюда. Мы же снимаем. А, точно, мы снимаем. Ну, сейчас я попью водички. Гера, нам надо сняться. Ой, боже мой. Гера, идем сниматься. Гера, Гера, я Гера, в общем, ребят. Такой вот пятый факт о Лёве. Все, снимаем дальше, потому что, ну, это невозможно. Все, до свидания. Гера не очень сняла, да? Что делать будем? Я не знаю. Ой, мы снимаем. Итак, вот на этом были все мои факты обо мне, все 5 моих фактов, да. Мы долго их придумывали, да. Такие дела. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там кнопочка внизу красная. И не забывайте писать комментарии, также колокольчик. Да. Всем пока!